Примите в театр «Современник», на вечеринку в Дом кино. В таких местах всегда вы непременно встретите его. Футбольный матч «Спартак», «Динамо» и переполнен стадион. А это кто сидит с красивой дамой? Ну, конечно, он. Спросите у любого на Тверском бульваре, кто лучше всех танцует твисты и рок-н-ролл, кто лучше всех играет брэдли на гитаре. На это каждый ответит, конечно, Вася. Yeah.